Добрый день, меня зовут Виталий. Сегодня я вам расскажу о том, как на контакт добавить фотографию. Для этого заходим в контакты. Обязательным условием является то, что контакт сохранен в телефоне, а не на сим-карте. Выбираем нужный нам контакт, нажимаем меню, изменить, нажимаем на место для фотографии. Открывается, можно сфотографировать, либо открыть галерею. У меня фотография готова, поэтому открываем галерею. Выбираем нужную нам фотографию. Выбираем размер, обрезаем как нам нужно и нажимаем сохранить. Все, контакт готов, он будет отображаться во время звонков.